Всем добрый вечер. Сегодня у нас с вами презентация Smart Contract Etherchain. И добро пожаловать в первый в мире децентрализованный фонд сообщества Etherchain. Сразу оговорю, что это экосистема целая, и Etherchain – это смарт-контракт, который является первым смарт-контрактом в этой экосистеме. У нас уже функционирует также второй смарт-контракт на блокчейне и монетке Tron, и он является, так сказать, вторым проектом в нашей экосистеме. Это целая экосистема DeFi, децентрализованные финансы, которая построена и уже строится на технологии смарт-контракта. И фактически это система, которая создана людьми для людей. Все проекты этой экосистемы, все смарт-контракты, это все они P2P и на сегодняшний день являются самыми прозрачными и самыми такими равноправными для всех участников. Поговорим давайте, что такое смарт-контракт. Смарт-контракт – это самоисполняющийся программный комплекс, который имеет запрограммированный алгоритм и развернут в общедоступной сети блокчейн. В частности, у нас смарт-контракты на блокчейне Эфириума и Трона. Etherchain, как по названию видно, это на блокчейне Эфириума. Смарт-контракт может хранить суммы денег и выполнять переводы согласно условиям, которые в нем прописаны. И когда достигаются определенные условия, прописанные в смарт-контракте, выполняются конкретные действия. Смарт-контракт обладает такими характеристиками, как неизменность, защита от взлома, справедливость, честность, полная прозрачность и полностью отсутствует человеческий фактор. Что это означает, мы все прекрасно знаем. То есть ни одни шаловливые ручки не могут залезть смарт-контракт, забрать деньги, вывести с него и ничего не могут сделать с ним, поскольку смарт-контракт Etherchain верифицирован и прошел аудитную проверку, которая подтвердила, что нет никаких бэкдоров, нет никаких багов и нет никаких возможностей, кому бы то ни было, в том числе создателю смарт-контракта и команде, которая его создавала, добраться до наших денег, наши деньги полностью полной безопасности. Смарт-контракт действует строго в соответствии с заранее написанными правилами контракта. Ни больше, ни меньше. Строго по тем правилам, которые прописаны. Смарт-контракт на 100% децентрализован. Это означает отсутствие возможности управления со стороны кого бы то ни было, в частности, какой-либо компании, собственников, органа контроля или программистов, которые создавали его. Смарт-контракт не может быть остановлен, он не может быть выключен, переключен, изменено что-то в программе. Полностью все эти факторы исключены из смарт-контракта. Также нет никаких ограничений на то, что алгоритм смарт-контракта может сделать. Он существует для того и в таком виде, как он запрограммирован, чтобы выполнять действия, на который он был запрограммирован, когда достигаются определенные условия смарт-контракта. И нет никакой необходимости во вмешательстве третьей стороны, какой-либо технической, либо человека. Это такие основные факторы, которые присущи верифицированному смарт-контракту. А что же такое Etherchain? Посмотрим по пунктам буквально, чтобы было понятно сразу всем. Смарт-контракт Etherchain был разработан, чтобы предоставить каждому человеку, который присоединился к фонду поддержки DeFi, полностью основанный на блокчейн эфириуме и технологии смарт-контракта. Любой участник может внести эфиры в этот фонд и поддержать членов сообщества Etherchain, и тем самым код контракта будет активирован для этого участника, и этот участник начнет получать обратную поддержку уже от членов сообщества. Etherchain на 100% децентрализован
является проектом на базе сообщества. Это означает, что в этом проекте нет никаких дополнительных прибылей. И все основано на поддержке P2P. Все, что вы получаете от EtherChain, получено от других членов сообщества, и вы отдаете также, соответственно, другим членам сообщества. Вы поддерживаете участников фонда, а они, в свою очередь, поддерживают вас. EtherChain можно рассматривать, ну, как децентрализованную третью сторону, которая обеспечивает справедливость, прозрачность, честность для всех в соответствии с алгоритмом кода смарт-контрактов. Нет ни посредников, ни собственников, ни владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком, что фактически гарантирует справедливость для всех участвующих партнеров и справедливость и сохранность их средств в соответствии с правилами смарт-контракта. И на сегодняшний день это самая разумная, безопасная передовая финансовая модель поддержки, которая на данный момент доступна нам. Как же работает смарт-контракт EtherChain? Когда вы отправляете эфиры в фонд сообщества EtherChain, вы активируете код контракта. И уже через 24 часа вы получаете свой первый взнос, 1% от ежедневного, от суммы вашего взноса. И вы будете получать этот 1% от суммы вашего взноса до тех пор, пока вы не достигнете 310% от суммы вашего депозита. Это получится поддержка от сообщества. Эти 310% поддержки вы получаете четырьмя различными способами. Один из этих способов пассивный, и три для активных партнеров через маркетинг. Когда 310% начислений получено любым из четырех способов, можно сделать новый депозит такого же номинала или большего, чтобы активировать новый цикл 310% и продолжить получать выплаты от фонда. Какие же четыре вида дохода? Значит, первый вид дохода, как я уже говорила, это полностью пассивный доход. Это 1% от суммы вашего депозита. 1% начисляется ежедневно в течение 310 дней. Это, опять повторюсь, это полностью пассивный ежедневный доход. Второй вид дохода – это уже для активных партнеров. Это 10% прямой реферальный доход за то, что вы распространяете, помогаете росту сообщества и фонда. 10% от депозитов вашей первой линии. Третий вид дохода для активных партнеров – это доход с прибыли ваших партнеров на 15 поколений в глубину. И по табличке процентовки от 30% первой линии и до 5% до 15 линии в глубину, в зависимости от количества лично приглашенных первой линии вашей. Четвертый вид дохода – это ежедневный лидерский спонсорский пул. 5% от всех депозитов, которые были внесены в данный конкретный день в EtherChain. А теперь пройдемся более подробно по каждому виду дохода. Ежедневный доход 1% от депозита. Значит, что это такое еще более подробно? 1% от суммы вашего депозита, который вы внесли в EtherChain. Этот 1% будет начисляться вам ежедневно, как и всем пользователям, независимо от того, какие суммы они вносят, по системному алгоритму. До момента получения максимального предела дохода 310% от суммы вашего депозита. Предположим, что вы вносите в фонд 5 эфиров, и вы на выходе получите 15,5 эфиров, и каждые 24 часа вы будете получать 0,05 эфира. Максимум 310 дней. Или до тех пор, пока вы не получите 310% дохода от вашего депозита любым другим из четырех возможных способов.
И в зависимости от того, что случится раньше, либо вы выберете эти 310% раньше за счет реферальных вознаграждений, либо вы будете получать 1% в день на полном пассиве 310 дней. Следующий вид дохода – это 10% прямой реферальный доход. То есть это 10% от депозитов ваших партнеров в первой линии. Когда, допустим, ваш партнер в первой линии делает депозит 3 эфира, 10% от этой суммы, 0,3 эфира, вы мгновенно получаете в виде прямого реферального дохода. Если, допустим, эта сумма, которую внес ваш прямой реферал в первой линии, 1 эфир, это ваш 10% реферального дохода 0,1 эфира. Также должна сказать, что нет никаких ограничений на количество прямых партнеров, которых вы можете иметь в первой линии. Идем дальше. Дальше следующий вид дохода – это матчинг-бонус. Как же начисляется матчинг-бонус? Матчинг-бонус – это доход с прибыли ваших партнеров. Что это означает? Допустим, ваш партнер получает 1% от суммы его депозита ежедневно, и вот от этой суммы его ежедневной прибыли вы получаете свой доход матчинг-бонус. В первой линии, если у вас есть один партнер, вы получаете доступ к матчинг-бонусу в своей первой линии. Если у вас ваших личников двое, вы получаете доступ к матчинг-бонусу первой и второй линии в глубину. Если у вас три личных партнера, значит первая, вторая, третья линия в глубину и так далее. Каждая глубина открывается с вашим следующим партнером первой линии. Если у вас один партнер, у вас глубина одна линия для матчинг-бонус. Если пять партнеров, это у вас пять линий в глубину для получения матчинг-бонуса. 10 партнеров, 10 линий в глубину, 15 партнеров, значит 15 линий в глубину. 15 линий в глубину – это максимальная возможность получить матчинг-бонус. До 15 линий в глубину. От первой линии мы получаем 30% по матчинг-бонусу. От второй до пятой линии – это 10%. От шестой линии до десятой – это 8%. И от 11 линии до 15 линии в глубину мы получаем 5% от дохода наших партнеров. Все, абсолютно все реферальные вознаграждения входят в 310%, которые мы получаем по сумме нашего депозита. Четвертый вид активного дохода – это ежедневный лидерский спонсорский пул. Как же он формируется? 5% от всех депозитов в EtherChain каждый день добавляется в ежедневный лидерский спонсорский пул. 10% от этого пула начисляются 4 лучшим спонсорам по количеству эфиров на итоги первого каждого дня. То есть вот в конкретный день сегодня, допустим, наибольшее количество эфиров собрал один какой-то лидер, второй, третий, четвертый. И вот самые большие суммы, самые товарооборота, которые сделали лидеры в этот конкретный день, они получают право на бонус по ежедневному лидерскому пулу. И вот эти 10% от пула, которые начисляются в качестве бонуса 4 лучшим спонсорам, распределяются таким образом. Для первого места начисляется 40% от этого пула, второму месту 30%, третье место 20% и четвертое место 10%. Остальные 90% от этого пула переносятся на следующий день, чтобы увеличить вознаграждение в следующий день следующим партнерам, которые сделают наибольший товарооборот.
А вот такие четыре вида дохода присутствуют у нас в изречении. А какие депозиты и в каких циклах мы можем делать? Значит, существуют минимальные и максимальные пределы депозитов в определенных циклах. Когда вы регистрируетесь в смарт-контракт EtherChain, вы делаете свой первый депозит, ваш первый цикл. В первом цикле вы можете сделать депозит на сумму от 0,1 эфира до 10 эфиров. Когда вы достигнете 310% по своему первому депозиту, второй депозитный цикл может быть сделан депозит равным предыдущему, либо больше предыдущего, но не больше 30 эфиров. В третьем депозитном цикле вы можете сделать взнос равным предыдущему, либо больше предыдущего, но не больше 90 эфиров. Четвертый и все последующие циклы должны также быть равным предыдущим или больше предыдущего, но максимальная сумма по четвертому и дальше циклам это 200 эфиров. Количество циклов, депозитов, повторных абсолютно не ограничено. Можно делать их столько, сколько вы хотите. Но на каждый ваш адрес эфириум кошелька вы можете сделать только один депозит. И повторный депозит сможете на этот же адрес сделать только после достижения 310% по предыдущему депозиту. А теперь, как распределяются средства из фонда EtherChain. Все депозиты, новые депозиты, повторные депозиты, депозиты вышестоящих партнеров и повторные депозиты, все собираются в один единый пул. И вот из этого пула деньги распределяются следующим образом. 1% комиссия платформы. Эти деньги идут на содержание платформы, смарт-контракта, техническую поддержку наших партнеров и также на развитие экосистемы DeFi, которую мы сейчас формируем. 5% идет на лидерский пул, о котором мы говорили выше. 10% это прямой реферальный доход. И 84% это хранится на смарт-контракте и распределяется на ежедневный 1% начисления. Полностью все открыто, прозрачно и все прописано заранее, как это будет работать и распределяться. А сейчас остановимся на важных моментах, чтобы лучше понять, что такое EtherChain и для чего он создан и как он работает. EtherChain – это проект на основе сообщества, на 100% децентрализованный, основанный на P2P транзакциях и поддержке, и эти все действия осуществляются через смарт-контракт. Второй момент. Когда получено 310% от суммы вашего депозита, может быть сделать новый депозит, чтобы продолжить зарабатывать или получать начисления любым из четырех способов, которыми можно зарабатывать в EtherChain. Следующий момент. Минимальный вход 0,1 эфира и открыт вход для всех участников. Нет никаких ограничений. Следующий момент. Нет необходимости приглашать рефералов для того, чтобы получать доход. 1% в день от суммы вашего депозита выплачивается ежедневно всем партнерам 100% на пассиве. Следующий момент. Если вы желаете увеличить скорость получения ваших 310% по вашему депозиту, у вас есть возможность за счет роста вашей команды и распространения информации о фонде, о сообществе EtherChain, ускорить это возвращение 310% очень скажем так, на очень большое время. То есть вы не 310 дней будете возвращать эти 310%, а намного быстрее. Зависит только от того, насколько активно вы сможете поработать. И следующий момент еще. EtherChain разрабатывает вот уже сейчас
уникальную экосистему услуг DeFi, децентрализованные финансы. И это будет все делаться на базе фонда поддержки EtherChain. На этом я презентацию заканчиваю. Если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Пожалуйста. Добрый день, вы слышите меня? Да, слышу. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, когда заканчивается какой-то цикл, первый цикл, допустим, заканчивается, то необходимо выводить за пределы системы все заработанные деньги и потом снова вводить на второй цикл или достаточно просто переложить? Нет. Дело в том, что вы выводите все деньги из смарт-контракта себе на кошелек. Внутри у нас нету переводов. Там на вашем кошельке внутри смарт-контракта только накапливаются ваши 1% на пассиве плюс реферальные. Когда вы выводите 310% по вашему первому депозиту, вы должны сделать следующий депозит. И если у вас реферальных накопилось больше суммы ваших 310%, они остаются там же, на том же кошельке в смарт-контракте. И когда вы делаете второй депозит, вы можете продолжить выводить ваши реферальные. Но один цикл ограничен строго 310%. Не совсем поняла. Но 310%, вы говорите, если больше будет реферальных, то что делать с ними? 310% вывести, сделать следующий депозит и продолжить выводить свои реферальные. А следующий депозит будет сделан на тот же самый аккаунт, номер счета? Да, тот же самый. То есть новый кошелек. Счет не надо? Нет, то есть нового не надо. Вы на свой тот же кошелек, в свой же бэк-офис вводите новый депозит. И еще один вопрос. В англоязычном чате я читала Андреса. Он говорил о том, что параллельно еще создана сеть, такая же самая Трона, и доход от той сети идет, не доход, вернее, а 3% от дохода идет в поддержку. Алло? Да, я вас слушаю. Что случилось-то? Идет в поддержку нашего вот EtherChain'а. Да, я вас поняла. Трон Чейн – это точно такой же смарт-контракт с таким же абсолютно маркетингом, как EtherChain, но на блокчейне Трона и на монете Трон. И административная комиссия вот в EtherChain, о которой я говорила, 1%, в Трон Чейне она 5%. 3% из этих 5 идут на конвертацию в эфиры и отправляются в EtherChain для стабилизации его работы, для помощи в работе, а 2% оставшиеся идут на развитие экосистемы, на дальнейшие проекты. В остальном Tron Chain точная копия EtherChain. Да, хорошо, спасибо. Сейчас простите, а вас как зовут? Меня зовут Ольга. Tron Chain у нас уже запущен неделю назад. Так что он работает уже в полную силу, и с удовольствием наши партнеры присоединяются туда тоже. А Трон вообще где торгуется? На какой бирже Трон торгуется? Практически на всех основных биржах. Он уже давно торгуется. Это достаточно известная монетка, которая используется в оплатах в играх. Вот геймеры на геймерских платформах в основном расплачиваются тронами. Поэтому комьюнити у этой монетки достаточно большое, и она используется достаточно активно. А какая стоимость ее сейчас, вы не знаете? Знаю, 2 цента, плюс-минус. Да, последнюю вот неделю эта монетка начала постепенно нарастать в цене. А какой там минимальный вход в троне?
Минимальный вход в троне 100 тронов. Это приблизительно $2. Спасибо большое. Спасибо. Если кого-то из вашей команды интересует трон, по вторникам и четвергам, также в 18 часов, у нас презентации по смарт-контракту трон. Так что, пожалуйста, приходите сами и приводите своих партнеров. Спасибо, Ольга. Да, пожалуйста. Есть еще вопросы? У меня нет. Ясно. Значит, тогда еще вот коротенький анонс. Понедельник, среда и пятница у нас презентации 18 МСК по Этерчейну. Вторник и четверг 18 МСК презентации по Трону, по Трончейну. Так что, кто хочет познакомиться или поподробнее разобраться в этих двух смарт-контрактах, пожалуйста, приходите на презентации. А если больше вопросов нету, тогда мы на сегодня с вами закончим и жду вас на следующих презентациях. Спасибо большое. Да, всего вам хорошего. Хорошего вечера. И вам также. Всего доброго.